Его мячного центра. Удар! Гол! Сборная Беларуси уже во вратарскую площадь открыли пространство для Бурко. Тут заброс на дальний штраф. Белас и Городея. Торпеда борьба. Что ж, команды, начнем с Торпеда Белас. Они сегодня играют в белой форме и в схеме 4-4-2. В воротах 23 номер Максим Плотников, Александр Котляров. В центре 2 полузащитника Эдгар Олехнович. 5 номер, 10 номер Андрей Хачатурян. И слева 77 номер. Не исключено, может быть, какие-то... сложная травма, и практически полгода провел он без игровой практики, без предсезонки. Естественно, это выбило его из колеи, но еще раз это доказывает о том, что сегодня ты профессиональный футболист, а завтра всякое может случиться. Дмитрий Лебедев отлично убирает двоих футболистов. Удар! Там Плотников действует, в принципе, неплохо, отбивает стоп. Подача отличная, но от колена... футболиста Городея, мяч отскакивает, к сожалению. В командах Кубарева он исполнял скорее роль хава. А теперь развод, удар, и здесь Игорь Довгяло кулаками отбивает мяч, и штрафной. Пенальти именно из-за того, что игрок притянул другого за майку. Хорошая подача, но здесь по счастливой случайности. Маршрутом. Ну, на этот раз навес. Дотянулся до мяча игрок Городея. Это было нарушение правил. И Городея проведет очередной стандарт. Бабичев налево. Там Павловец. Здорово играет центр. Отличная игра в пяткой, но всего лишь в сантиметрах 30. Ну и здесь, конечно, игра в одно касание. Олехнович пяткой прекрасно скинул на поддержку трибуны. Подача, удар! И не замыкает ее Богдан Мышенко. Мог забить он шестой свой мяч в сезоне. Будет еще время. Одна добавленная минута к первому тайму. Снова ошибается Мышенко в штрафной площади. Ну, здесь проверил Довгяло Павловец. Пробил с правой ноги в дальний угол. В штрафной площади после стандарта. Один головой, второй ногой. Номер вместо него вышел. Жан По, он будет действовать слева. Жан По, здорово, он действует, подает. И на подборе первая торпеда, с ударом здесь Довгяло, красавчик. Шикарно отбивает он этот выстрел от Дмитрия Климовича. Я говорил про сегодня. И мог состояться очередной гол от опытнейшего крайнего защитника Торпеды. Ему уже 34 года, но он при Кубареве... как будто обминали про запасных Торпеда Беластов, про Городею нисколько. Удар от Дмитрия Лебедева. Да, неплохо задумал капитан команды. Какая-то внутренняя уверенность, стержень взрослого опытного человека. А теперь атака справа. Передача с левой ноги. Удар! Но после выстрела... поменялись они, можно сказать, с Котляровым. Ушел он на правый фланг обороны. Котляров сейчас слева, Жан-По справа. Не все получилось в этой схеме в первом тайме. Но во втором тайме посмотрим, как будет действовать Торпеда. Дмитрий Лебедев в обыгрыше, он очень хорош. Подтверждает мои слова. Удар! И замечательный гол забивает Дмитрий Лебедев. Исключительно на индивидуальном мастерстве. Выстрел в дальний угол и шестой мяч забивает он в этом году. Все прекрасно сделал. Правый нижний угол. Ну а теперь торгловой. Подача, удар! И штанга спасает Городею.
последних 5 поединка между собой. Обе команды забивали, так что сегодня мы имеем все основания для того, чтобы посмотреть и гол со стороны Торпедо БелАЗ. Наконец-то какие-то скорости появились в заключительной третьей поля. На половине поля Гордей удар, но там, конечно, Довгяло снова. Замечательный выбор позиции. Эдгар Олехнович. Отличный пропуск, удар! Довгяло в ближнем углу встречает мяч, и даже не пришлось ему падать. Но не больше. Нет, не будет. Пару минут, и очередная победа Гордея, и рекорд. Вот, у торпедосов не самая приятная череда после того, как...